Ребят, я дико извиняюсь, то, что видео выходит так поздно, все, потому что моя неделя была занята учебой, подготовкой. Ну и, в общем-то, да, всем приятного просмотра. Всем доброе утро, ребята, меня зовут Виорика, и, в общем-то, сегодня очередной влог с концерта группы Wild Ways. В общем, я уже накрасилась, почти собралась, мне осталось только одеться, я пойду встречу со своим другом, и мы поедем. Я немного лохматая, не обращайте внимания. Волосы живут своей жизнью, я живу своей, как бы. Ну, короче, приехали. Дань, скажи что-нибудь. Супер. Мы пока что на Домодедовской сейчас купим покушать и поедем. Доброго ранка, мы покушать идем. Мы, короче, приехали на место. Сына, ты такой дебил, ёбаный дебил. Смотри. Вставай. Давай, давай! А что дальше? Там, американ, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Короче, ребят, мы приехали, считай, с концерта, это был просто полный разнос. Мы сейчас идем на... Ой, господи, за водой. Короче, мы дико устали, это вышка-пушка, бомба, я не знаю, это было офигенно. Короче, ребят, я уже все приехала в поселок, меня плохо видно. Ну, короче, это был просто дикий разнос. Спасибо огромное группе Марина, Егору Ярушину особенно спасибо, и группе Wild Ways. Ну, это просто вышка на самом деле. Ну, в общем-то, всем спасибо за то, что посмотрели этот влог. Всем до новых видео.
Еще хочу извиниться за то, что влог такой короткий, просто все, что я наснимала, это весит очень много. И, собственно говоря, да, в следующий раз будет лучше.